В центре Лондона снова массовые протесты и беспорядки. Акция под названием «Марш миллиона масок», устроенная активистами движения «Анонимос», которая выступает против цензуры в интернете, закончилась ожесточенными столкновениями с полицией. Сотни молодых людей решили изменить согласованный с властями маршрут шествия по Трафальгарской площади и направились к Букингемскому дворцу. В результате столкновений десятки человек, в том числе и полицейские, получили ранения. Около 30 демонстрантов арестованы.